сейчас есть дети, если бы у меня были дети или внуки, возможно, внуки бы и получили бы эту компенсацию. Ладно, Витя, все, не ругайся. Я не ругаюсь, я говорю объективные вещи. Репарации, контрибуции Россия выплатит. Да что не фантазируй. Тебе точно выплатить, и мне выплатить за Донецкое. Ну, если мы проживем еще лет 80, может выплатить. Понятно. Лет через 50, я думаю, да, внуки, возможно, получили бы. Понятно, что и правительство у нас, тот же Зеленский. Во-первых, Единая Россия еще не победил. Это во-первых. Она вот-вот уже проиграла. Кому она проиграет? Путина не станет, и все. И проиграет. Ну, а сейчас Донбасс дают. Знаешь, почему дают Донбасс? Почему сдают Донбасс? Потому что потом они поменяют курс на Херсон, допустим. И Путин еще потребует коридор. И согласятся на это, и пойдут наверняка. И будут мир, никакие, никакой больше после этого потребуется не будет. Короче, знаешь, мне же интересно, вот я тоже наивный человек, я тоже дурак, другой наивный человек, но не делал так переходить рамки, знаешь, верить в херню разную, порядочность людей и так далее. Чтобы кто-то тебе что-то там. Ты знаешь, на форуме я вот это, какие люди бессовестные есть. С России там, я просто передать не могу. И там одна кошатница, бастет некая, вообще трольчиха страшная. Или Путина любит страшно, меня троллит. Вот она будет платить, но она зажиточная, она будет платить, или от ее будет. Если ты это приятно думай, ну, пожалуйста. Нет, ну мир же должен же как-то вообще уже христианский. Он мог это все остановить сразу, а не остановил. Но ты же в Христа веришь? Еще дальше. Ну все. Еще Христос будет их подключаться. Знаешь, как они преступления совершили за тысячи лет? Как вырезали крестоносцы, христиане, как они вырезали всех. Да, но сейчас католики же нормальные. Хорошо. Люди. Россия тоже будет лет через 50 нормальная, допустим. Мы скажем, ну хорошо, мы согласны внукам выплатить. Мы, которых мы поубивали детей, пошли. Такое видео. Все. Если ты доживешь до этого, пожалуйста. Да. Если до этого доживешь. Да.